увлекаешься? Сколько лет сыну? 7? Они же сейчас кто-то стали, ну, почти все врачами, да, стали. С такими, извиняюсь, меня важными, с важными харями просто сидят, знаете, фотки смотришь, он сидит там с важным лицом, с таким, такой скуфяра просто, с таким животом, такой типа грозный, типа сидит и там надпись там, руководитель кафедры типа. Начальник госпиталя, начальник ВЛК комиссии там, какой-то там этот какой-то там главный хирург типа, доктор медицинских наук, и, ну они все там сидят, я смотрю и думаю, да ты же дегенерат, да ты, я бы тебе собаку не доверил погулять, я же тебя знаю, блин. Как? Как? Какой нахрен доктор медицинских наук? Боже! Я отвечаю! Это не шутки! Просто... Кто-то... Ну, там есть типы? Есть типы, которые в политику ушли. В политику попали. Реально, какие-то администрации, какие-то там помощники министров, там каким-то там подминистров, что-то там такое. Я думаю, чего нахер? Чего, боже? Ты же дегенерат! Какое управление муниципальной там системой? Чего? Не, есть ребята, да, конечно, там какие-то ребята, которые ну, видно, занимались медициной. Да, да, я видел, их видно, и они там пошли в науку дальше, пошли там развиваться. Вот. И они стали там врачами, я смотрю, да, вот, вот нормальный тип. Нормальный тип, там, доктор медицинских наук, там, такой-то тип, я говорю, помню, да, он учился хорошо. Такой, типа, ну, приличный, действительно занимался вот своим делом. Вот врач. Ну, понимаете, таких единицы. А нас выпустилось. Вот просто в моем потоке выпустилось 300. Каждый нахрен год. До меня и после меня по 300 человек. По 300, по 400, даже в какие-то года по 500. 500 отборных дегенератов. Которым дали дипломы врачей. Которые пошли дальше быть врачами, развиваться. Получили какие-то степени каким-то хером. Какие-то докторские степени. И сейчас сидят просто на этих, как его... государственных харчах, и кто-то на кто-то присосался к государственным харчам, кто-то присосался, не знаю, не, вот, кстати говоря, вот прям отборные дегенераты, отборные, они прям к государственным харчам присосались, да, это вот точно скажу. А вот те, кто более-менее, то, что прям видно, что разбирались и хотели быть врачами, они все вот по частным медицинам пошли. Отвечаю. Вот это прям вот точно. По частным медицинам, по каким-то таким гражданским конторкам, вот такая тема. Ты сидел в тюрьме? Нет. Нет. Но, видимо, сегодня на срок наговорил, как говорится. На пару, на 10 сроков наговорил сегодня. Да нет, это... это просто жиза такая скуфовская. У вас тоже будет куча дегенератов. Ну, вы вокруг вас они есть. А вы вырастете через 5-10 лет, они кем-то станут. Чего-то добьются. Но самое интересное, что в целом человек мог измениться.
человек реально мог чего-то добиться, реально к чему-то прийти, развиться, то есть уйти от старой жизни, стать умнее. Вот, да, может быть такое, да. Я как бы от этого не открещиваюсь, это реально. Но есть прям вообще, прям конченые, и они сейчас врачи. Знаете, как говорят, типа, врачи обычно очень боятся ходить к другим врачам. Потому что они знают, как учатся врачи. В этом прикол, да. Я реально очень боюсь врачей. Я больше, чем кто-либо боюсь врачей. Это просто у меня страх дичайший. Такие дела. Курапов, есть ли у тебя жена или дети? Если да, то почему ты их не показываешь на стриме или в роликах? Это мой один донат. Спасибо. Спасибо за 50 рублей, чувак. Очень приятно. Спасибо большое. Жена есть, дети есть. А зачем их показывать? Зачем? Типа, в чем смысл? В чем смысл показывать жену и детей? Типа, вообще, нахера? Зачем тебе смотреть и на них? Я не знаю, в чем смысл. Ну, в любом случае, жену-то можно показать. Чисто теоретически. Я даже в одном ролике она снималась у меня, если что. Было давно. Может, года 2 или 3 назад. Этого ролика уже нет в сети сейчас. Я его удалил. Как, в принципе, и большинство своих роликов старых. У меня, если вы видели в ТикТоке, там роликов 15 сейчас лежит. И как бы, да, снималась. Жену нет проблем, но она не хочет. А детей я немного осуждаю, когда детей снимают. На детях контент делают. А это потрясающий контент. Если бы я начал ребенка снимать. Блин, буквально пригласи ребенка на стрима, на стрим, вот, посади рядом. У меня сразу был бы X5. У меня был бы X5 онлайн. 100%. Я знаю. Дети капец как поднимают онлайн. Охват и все дела вообще. Это же определенный хайп. Все звезды, когда типа начинают беременеть, все, они это, блин, юзают просто. А я же повторюсь, я же до этого говорил. Я человек... Я слишком морально правильный и добрый. И я говорил, что я всю жизнь я борюсь со своей правильностью и добротой. Если бы я поборол свою правильность и доброту, я бы был бы уже вторым, не знаю, каким-то либо Мелстроем, может быть, каким-нибудь Литвином. Да, мне моя правильность и доброта мешает. И моя правильность подсказывает, что неправильно хайпиться на детях и за счет детей качать контент. Это неправильно. Потому что частично ты отнимаешь у них детство. Они до конца этого не понимают. Они до конца не понимают, учитывая, что видят, что там родители занимаются этим. Им тоже как бы по приколу. Но я вам так скажу. Когда ребенок ведет себя по приколу, на веселе, это тоже не особо интересно смотреть. Что, потому что он быстро отвлекается, он не фокусируется долго на одном. И по факту, если снимать видео, да, с ребенком, то его прям нужно дрочить, чтобы он что-то делал там, то есть чтобы снимался. Чтобы его прям, это у него прям дело какое-то прям. Вот как-то это прям напрягать его надо. Напрягать. Это ты у него время отнимаешь, а для развития это ему особо ничего не дает. Ну, запоминает текст какой-то, как сказать. Лучше бы стих выучил, лучше бы поучил что-нибудь,
читать, книжку почитал, лучше бы... Да даже в игру поиграл, в компьютерную. Пусть научится лучше играть в компьютерную игру, чем будет просто учиться стоять перед камерой. Но в принципе, если он прям хочет, если он прям рвется и прям вообще вовлечен, то можно, конечно же. В зависимости, конечно же, от ребенка. Конечно же, от ребенка, потому что надо смотреть. Но мой не рвется. Ну, как бы так. Моему пофигам. Девисарни, фэм шум, халу бабу, ебания. Здорово всем, здорово, спасибо, что пришли. Так, у меня докачались мои три хоррора. Я сейчас думаю... А, блин. Мне надо уходить будет примерно в 6, наверное. Сейчас надо поиграть чуть-чуть в хоррор. Какая была цель снятия видео на английский канал? Получить английскую аудиторию, монетизацию. Чего непонятного? Я не понимаю, почему это так непонятно для всех было? Почему вы так докопались по-тупому для этого? До этого? Почему? Так. Как вы относитесь дерзко? Да я его не знаю. Сложно сказать. Не знаю. Мнение можно когда выразить? Когда типа прям вот... Когда вовлекаешься? Сколько лет сыну? 7. Чисто теоретически он может сниматься, но... Я думаю, что ему... Он как бы такой. Как бы это сказать? Блин. Но он не усидчивый. Он не усидчивый. А тут прям, чтобы сниматься, нужна усидчивость. Ты 2x2 не посмотрел точку.